Что представляет собой гардероб современного городского жителя и как правильно выбрать образ? Об этом узнали химчане на мастер-классе. Провел его Станислав Еремкин, консультант по стилю в магазине одежды. Специалист рассказал об истории моды, а потом дал несколько советов. Например, о сочетании цветов. В основном так получилось, что у всех мужчин, то есть сейчас со мной все согласятся, в гардеробе в основном синий, черный и серый цвет. Нет? Ну, может быть, редкие исключения такие, у которых есть оранжевый, зеленый и все остальное. Те, кто это понимает. После перешли к практике. Научили правильно завязывать галстук. Правый положили на левый. Вот. Положили. Да. Всем говорим громко. Все это сделали? Правую налево положили? Да. Теперь длинную, вот эту широкую часть, которая лежит сверху, просовываем через петлю снизу. Направили налево? Наверх просто. Наверх, наверх вытянули и направо вниз. Направо. Подтянули угол. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Посетить любой из них можете и вы. Подробная информация о дате и времени есть на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.